20 августа в Малаховской поликлинике завершится капитальный ремонт рентген-кабинета. С ходом работы ознакомился исполняющий обязанности главы Владимир Волков. Подробности поездки в следующем материале. Капитальный ремонт идет на площади 65 квадратных метров. Специалисты подрядной организации зашли на объект в мае. В настоящее время черновые работы заканчиваются у нас на 99%. Шлифуются полы, лежащий вид появляется после заливки. Чтобы перекрытие выдержало медицинское оборудование, полы усилили с помощью каркаса и залили бетоном. Допустимая нагрузка 3 тонны. Следующий этап – заливка полов основной стяжкой. Также надо подготовить площадку под аппаратуру. Для защиты от излучения стены на площади 30 квадратных метров обшили свинцовыми пластинами. Соседний кабинет, коридор у нас по проекту отсекается, вот эти две стены, и пол. Там изолированный тоже кабинет. Там у нас будут рентгенозащитные двери и стекло установлены. Уже на объекте привезены. В помещении ведутся инженерные работы. Протягивается электрика. Практически готова автономная система вентиляции. По словам прораба, еще несколько дней и можно будет выходить на чистовую отделку. Окна заказаны. Они будут монтироваться в последний момент. Как вот мы сейчас каркас соберем с панелями. Параллельно монтируем окна и зашиваем, значит, сэндвич-панелями, устанавливаем подоконники. Старое оборудование прослужило более 15 лет, поэтому демонтировано, рассказали медики. Новое заказано, находится на складе. Монтаж планируется сразу, как строители завершат работу. В кабинете установят рентгенаппарат и маммограф. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.